No. No, what do you want from me? Окончательно и бесповоротно приветствую вас, друзья! У аппарата Зоди на аппарате Perception. Запасайтесь булками, готовьте лимонад, друзья. Продолжаем исследовать этот дом, изучать эту историю. Хотя мы скорее не дом исследуем, ребята, мы исследуем, видимо, разум тех, кто в нем жил. По крайней мере, мне кажется так, потому что в доме появляются предметы, о которых думают... Фу! Или мечтают. О которых думают или мечтают, в общем, те, кто жил здесь. И все-таки это третья глава уже. Яблоко. Я не думаю, что мы сможем пролезть. Наверняка не просто так здесь это поставили. Да, тем более нам нужно совсем другое место. Значит, все-таки вчера мы закончили со второй главой. Так, механизмы, книги. Это что-то интересное. Что-то было? Everything is finally unpacked and settled. I couldn't be more pleased with this estate. The shape of bay offers excellent privacy, and the bracing salt air invigorates the lungs. I can finally tend to my life's work in seclusion, beginning with prototype 1 of autonomous locomotion. Heinrich Oswin Bosch. Средство автономного передвижения. Я не знаю, действительно ли существовал такой человек, как Бош, который что-то там придумал, какое-то средство передвижения. Может быть, автомобиль или, не знаю, что-нибудь еще. А может быть, это все просто придумано для игры. Но было бы очень любопытно, если бы это было взято из реальности. Ой! Прости. Стоп, мне ведь не показалось, здесь что-то было. Ёлки-палки. Так, где-то я видел дверь здесь. А, не дверь, точнее, а вот, проход. Нам туда. А здесь... А здесь дверь широкая. Спрятаться нет, это нам не нужно. Так, Бош, что ты хотел изобрести-то, а? Здесь мы не пройдем? Фу! Ёбаш, это... Слишком резко они сработали, меня припугали. Там что-то лежит. Ладно, не важно. Нам вообще куда? Именно туда и нужно, да? Что такое? Что это было? Спрятаться? Да не надо нам прятаться. Тем более нас там убьют катушки. Хотя, может быть, они там не под напряжением, а просто складированные. Нам нужно как-то их вырубить. Вырубить свет, возможно. Там куклы. Да хватит уже. А, вот рубильники. Day and night I toil, because my girls are sweeter than sleep. Angels of my own creation. Whatever they need, I shall devise.
Ужас. Какой-то извращенец. Он не спит, потому что его девочки лучше, чем сон. Что это такое за дверца? Это дверь в стиле «Алиса в стране чудес», да? Мы должны что-то скушать и уменьшиться? Или как? Вот это уже странно. Может быть, его куклы могли двигаться, ходить? Заводные какие-то или вообще там, не знаю, киборги? Что же ты создать хотел, Бош? Какое средство автономного передвижения? Опа-опа. Так, теперь нужно поосторожнее. Кстати, иногда мы очень тихо используем трости, и дом на нас не реагирует. Или... Вот как повезет. Стукнул более-менее громко, дом не отреагировал. Стукнул по креслу по-мягкому, отреагировал. Туда. Окей. Autonomous locomotion experiment 8 has failed. The adjustments I made were not enough. Regrettably, for now, they will have to use these chairs. There must be a more elegant answer. Ребят, он же... Ой! Ёпарасота! Да что вы меня пугаете так? Он же поезд хотел создать, видимо. Что за мелодия? Шкатулка какая-то музыкальная. А я почему сейчас остановился? Смотрите, я заметил на полу что-то вроде... Он сказал, им придется использовать эти стулья. Подождите, он не человеческое средство передвижения хотел создать. Он не поезд, ничего. Что я там думал, автомобиль и так далее. Нет, он для своих... Он для своих кукол создать хотел средство передвижения. Да что такое? Я ведь не часто с этим стукаю. Ну что вы так реагируете? Ой, темно. Ой. Quit stalling. Fix the damn door, or we'll kick it down. We will see what's in that basement, Mr. Bosch. Так, полицейские хотели смотреть его подвал. Видимо, нам придется туда попасть. Давайте по правой стороне будем топать. Все, хватит, хватит, хватит. Ну я же должен видеть что-нибудь. Ну зачем так усложнять игру? Как я могу понять, куда мне идти? Я ведь не вижу ни черта. Что это? Спрятаться? Нет. А вот что это за дверцы. Это дверцы действительно для кукол. Я не вижу ничего. Открывается. Открывается и здесь. А здесь у нас... Окей. Так, давайте здесь посмотрим. А, ну это понятно, это то же самое помещение. А, так стоп, мы обошли. Вот эти штуковины. Так, понятно, ту штуковину мы возьмем. Давайте сначала сходим сюда налево, посмотрим, что за той дверью. Любопытно. А что же за страшная история с ним связана? С этим безумным ученым. Он ведь жил сам, вроде как никого не убивал. Шум может привлечь врагов. Да все, все, все. Unknown voices.
not flee again. Their bodies could not handle such an uprooting. Убежать? Что за враги? И кто убежать? Куклы? Ну это все очень странно, действительно. И как-то даже страшно, эти куклы меня пугают. To imagine them confined like they were caged, my heart cries out. I am their liberator. I feel no guilt. But they are not happy here yet. I will see to it that they want for nothing. Кого он освобождал? Кого он хотел осчастливить? Пока что только вопросы, ребята. Так, дверь, и там тоже, видимо, двери. Ну-ка, проверим, открывается. Да. Так, здесь мы можем что-то сделать. Connecting to a live community user. You again, huh? Good, because this is way more interesting than texting with no one. What weirdness you got for me this time? This place keeps getting freakier and freakier. Okay, this is done on a child's chalkboard in really shaky, faint handwriting. Looks like a kid's attempt at making a list. It says, I miss Beatrice, I miss Carol, I miss Gertie, I miss Mr. Nash, of course Mommy. That's it. They're two sad faces in the corner. I'll be here all day. Ой, дверь сама открылась. Детской рукой написано, что скучает по кому-то. То есть, может ли так быть, что куклы эти сделаны из реальных детей? Я об этом уже задумывался несколько минут назад. То есть, возможно, он убивал детей, думая, что освобождает их души, и делал из них куклы. Так, здесь наверх можно будет подниматься. Значит, потом туда пойдем. Сначала сюда. А здесь вниз можно спускаться. Вот даже не знаю, куда лучше пойти. Тихо. Да хватит. Все. Безопасность он хотел им дать, и какие-то свои создания он превратил в охранников, либо в ловушки какие-то. Так, ну это мы опять сюда же пришли, да? Угу. Отсюда мы наверх сможем подниматься. Давайте сначала вниз сходим, наверное. Ай, ну не вижу ни черта. Так, туда нам нужно. Окей. Что? Что можно было? А, вот. Нет, пускай играет, по крайней мере. Что-то нам слышно. Или все-таки выключить? Ничего не произойдет? Нет, тогда включ... Давайте включим. Нам нужно туда вообще.
Наверх стоит подниматься или нет? Я думаю, не стоит, потому что опасно сейчас. Возможно, потом нас туда пошлют еще раз, тогда уже и поднимемся. Так, куда тут идти? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Другие девочки... Ой, она реально вертится. Другие девочки не позволят тебе остаться, она сказала. Так, ты ведь не можешь ходить здесь по полу? Я надеюсь. Вот оттуда вот звук доносится. Там, видимо, подвал. Так, а куда мне? Звук, как будто крыльями кто-то машет. Ой-ой-ой. Как сложно, когда ничегошеньки не видно. Стоп, здесь кукла была больше, если я правильно помню. Что-то здесь не так. Все, я могу пройти. Окей. Так, где? Куда? Ага, вот, отлично. На ощупь практически. Дотопали. На улице? Фу. Мы не можем никак ей помочь или ключи у нее взять, например. Это что, у нее ключи в руке, я так понимаю. Что-то у нее не особо получается открыть дверь. Ладно. Да не глючит там как Windows какой-то. Ой, тихо-тихо-тихо, все. Нам наверх нужно подняться. Так, там часы. Что это, сундук что ли какой-то? Ага, проход есть, хорошо. Пока часы звонят, мы хоть что-нибудь видим. Это хорошо. Я лишь надеюсь, они не привлекают никого на звуком. Вот. А ну-ка. Connecting to a live community user. Are you at some sort of amusement park or escape room or something? This shit's unreal. Wow. Papers just everywhere. A few old-timey photographs of girls. One of them has a shaved head. Some of the pics are from far away, others are close up like mugshots. Important things, they don't work well. Ah, there's a schedule here for a few different people. Regimented, a date planned to the minute. Being watched by someone. I'll be here all day. То есть получается, что я был прав, он реально вот делал кукол из настоящих девочек. Офигеть.
Так, я не могу ничего сделать. Вырубить, к примеру. А жаль. Хотя, может, оно и так выключено. Где я вообще нахожусь? Так, это, видимо... Тихо, тихо. Это, видимо, лестница, да? Не... А, чашечка просто. А что здесь трещало? I don't like the taste of that. Don't make me drink it. Oh, no, no, no. I don't like this one bit. Чем-то он спаивал девочек. Зачем-то. Ой-ой-ой. As if those robots can get any creepier. Да? А, вон она! Да ты что, издеваешься, что ли? Сработает это или нет? Или она здесь будет постоянно? Офигеть! Кукла стреляет в нас! Куда мне вообще нужно? Почему здесь не работает подсказка, когда мы спрятались? Вон она. Вон это паскудище мелкое. Так, нам куда-то туда, видимо, бежать нужно. Или наверх. Наверх давайте. Здесь она нас не достанет. Хотя... Хотя она может выехать откуда-то еще. Нам вообще туда... Вон она! Не, ну вы что, издеваетесь теперь? Я ничего не вижу. Как я могу вот с ней тут где-то играться вот так вот? Когда я, ну, ни черташники ж не вижу. Ой, куда я попал? По-моему, я слышу, как она едет. Блин, ребята, это будет сложно. Я ведь ничего не вижу. Я должен стучать, чтобы хоть что-то увидеть. Она может услышать этот стук. Хорошо, хоть ее мы можем видеть, потому что она сама по себе издает звуки. Черташники ж не вижу, куда я, где я тут могу спрятаться вообще. Куда, значит, сюда поедет или не сюда, вот. Мне туда нужно. В принципе, может пробежать и все. Или уже по-хитрому подождать, пока она объедет вот так вот. Я ведь не знаю, может она и туда сможет заехать в итоге. Так, то ли она там заглючила, то ли решила перекурить немного. Или так и надо? Блин, здесь походу заперто, да? Ой, ну в смысле вот это я и имел в виду. Так, она теперь... Нет, она не поехала. Хорошо. Мне бы туда сходить, вдруг там есть как раз таки переключатель. Слушайте, давайте проверим сначала. Вот здесь... Все, вот. Может быть, где-нибудь здесь найдем переключатель? Она мне подсказывает, где он. Поэтому искать будем сами.
Ёлки-палки. Только ты не поворачивайся, хорошо? Но не думаю, что переключатель будет здесь где-то. Нет, нету. Вроде бы нету. Не поворачивайся, не надо. Ой. Это подсказка? Это ведь не дверь, это. Ты подсказываешь, что спрятаться нужно? Я могу и здесь спрятаться, в принципе. Ой. Ой-ой-ой-ой, слушайте, это напоминает мне какой-то... Какой-то, блин, СЦП. Какой там был номер СЦП, я не помню, которое двигается, когда его не видишь. Нет, ничего не происходит. Ну, я слышу, та тварюка ездит там. Но сюда она не заедет. Черт. Ага, это ты как раз таки. Здесь ничего не изменилось? Вроде как нет, хотя черт его знает. Да как-то... Хватит, хватит. Она еще и перезаряжается? Нифига себе. Какие технологии. Она ведь уехала? Да, она уехала. Эй-эй-эй-эй! Опа. Не, ну я так не играю, я ничего не вижу. А нет, вот щелочка, вижу. Куда ты стреляешь? А самое смешное будет, если она в меня попадет все-таки. Я ведь спрятался, почему ты в меня стреляешь? Как ты меня видишь? Иди в задницу. Блин, а сюда, может? Закрой дверь. Она видео не откроет, я надеюсь. На то дерево они смотрят все. Я так и не понял, что это за дерево, почему оно связано со всеми этими главами, случаями. Я так понимаю, что в игре будет 4 главы, потому что я вспомнил в начале, в самом начале игры, наша героиня говорила, что ей ночью снится веревка, билет, вот яблоко и что-то еще, четвертый предмет какой-то. Вот, вот оно. Красота. Тихо, это мы где? Я в планировке опять-таки запутался, ну как обычно. Тихо, тихо, да. Ну мало того, что я и так ни черта не вижу, еще и там кукла вот эта вот.
стреляющая. Вот так сделаем. Давай. Да какого черта, уйди в задницу. Обманем ее сейчас. А я умнее. Закрой. Закрой. Все-таки я умнее, чем какая-то кукла тупоголовая. В идеале мне бы сохраниться каким-то образом. Но игра сохранениями нас не балует. О, все-таки игра сохранилась. Спасибо за это большое. Что ж, ребята, давайте продолжим уже завтра. Я думаю, этот пол может обвалиться, поэтому нужно будет аккуратненько проходить. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. Как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья. Встретимся в следующей серии. Пока-пока.